Офицер полиции Калининградской отдел ГАИ. Как это получилось? Это не моя. А я вот вроде вот здесь стоял. Так, тогда слушаю. А, вы и водители машины, которые уже... А я не знаю, какая здесь машина была. Я уже не помню, может там осталось. Форд здесь стоял? Форд стоял. Уехал. На штраф стоянку. Почему вы поставили форд под знаком? Я на 5 минут вышел. Я сейчас приду с двумя детьми, и куда я буду с ними бежать? Машину искать? Я бы сначала поинтересовалась, почему они здесь стоят, где машины. Ваша машина? Вот моя машина вот стоит. Да. А у нас утренник, выпускной, последняя группа уже, выпускная. Так она же на тротуаре стоит, ничего страшного. Ну ничего, а где же там проезжать-то людям, три машины? Сначала надо сделать дороги, а потом уже эвакуировать. А не знаете, чья это произошло? Не знаю, сейчас пойду спрошу. А мою? Охраняйте, иначе я тогда разнесу это и милицию, и полицию, я вспомню все. А вы кто? Вы мама? Просто в садик или ребенка? Я не просто мама, я опекун. Ага. Двоих детей. Я не позволю, чтобы мою машину опекунили.